Друзья, зашел я в парк. Давайте зайдем вот туда внутрь и посмотрим, что там есть. У меня для вас просто вот отличная новость. Пошли польские грибы. Вот эти я уже положил. Вот этот сломался. И вот я шляпку нашел польского гриба. Шляпка есть, а ножки нету. Но шляпка, смотрите, какая хорошая, дубовая. А вот растет. Хороший такой молодой, толстоногий, смотрите. О, красавец. Как я рад. А рядом тут еще два стоят. Кажется, пошли польские грибы. Смотрите, такой крепкий, большой. О, какой он мясной. Может быть, даже очень хороший и чистый. И вот еще один молоденький. Такие прям хорошие польские здесь растут. Толстоногие, молодые, крепкие. Прям то, что надо. А вот этот вообще боровиковый был. Только жалко, что он сломался. Ну что ж. Кажется, пошли они, польские грибы. Давайте глянем еще одно место, где они тоже растут. Но еще здесь тоже надо повнимательнее осмотреть. Любят они в таком месте расти, где вот сосны, опад, или там, где мох, без разницы. Они растут в соснах, в сосновом лесу. Очень любят такие места. Класс! Так, а вот это что? Ничего. Давайте искать их. Смотрите, какой боровик попался польский. Вот это красавец. Значит, они реально пошли. То, что сегодня я в парке нашел несколько штук. И вот в лесу тоже вот такой боровичело стоит. О, красавец. Эталонный гриб. Класс. Люблю собирать польские грибы. Их так приятно находить. Такие шляпочки. Одно только наслаждение. Зашел я погулять в парк. И давайте же посмотрим, вот что там внутри. Что там изменилось за 4 дня. Заходим. А тут у нас что? Боровик польский. Все-таки они пошли. Посмотрите, какой красавчик. Как я их ждал. О, вот еще один. Побольше. О, красавец. Обалдеть. Значит, 4 дня назад это не случайная была выскочка. Это был сигнал. Пару дней назад проверял я это место. Ничего я не нашел. И вот сегодня уже есть находки. Да какие? Ух ты! Боровик какой. Настоящий польский боровик. Я вам покажу сейчас самый классный гриб. Самый красивый. Смотрите, какая шляпочка. О, какой. Какой он красавец. Так легко стоял. О, настоящие польские боровики.
Вот они. Вот это красота. Как я их люблю собирать. Класс. Ну все, друзья, они точно пошли. Вот дорожка. И тут под сосной еще один стоит. Польский гриб. А вот еще вообще маленький боровичок. О, как я рад, что они пошли. Это уже точно заявочка, что они пошли. Класс. Друзья, моему счастью нет предела. Я уже нашел поляну польских грибов. Это вот первый у нас. Это самый старший. Это самый старший у нас. Так, идем сюда. Вот второй стоит. Боровичок. Конечно, хорошо его погрызли. Не только я их ждал, но и жители этого парка тоже их очень ждали. Очень ждали их появления. И вот они появились. Вот они лезут, молоденькие боровички польские. Так, я тут еще видел. Вот еще один стоит. О, красавец. Вот еще один. Все, 28 сентября они пошли. В прошлом году они 1 октября пошли, польские грибы. А в этом году на несколько дней раньше. Супер, просто супер. Я вот кайфую от их сбора. То, что вот, когда они идут, то они идут массово. И вот сейчас, я думаю, они массово пойдут. Надо будет еще сегодня другое место глянуть. Там, где тоже растут польские грибы. Я думаю, там тоже должны быть. Вот в парке они есть, уже пошли. Класс. Как я рад. Как я рад. Сосны выручают. А вот с другой стороны деревьев еще два польских стоят. Вот там второй. Смотрите, какой красавчик. О, просто загляденье. Шляпка бархатная. Просто красавец. Молодой. Вот еще один. Покрупнее. Боровичок. Вот чем не боровик? Смотрите. Чем он не боровик? Польский гриб. Вообще красавец. Супер. Вот только они вот буквально вот только сегодня они пошли, и они сразу вот хорошо попадаются. Так, массово немножко. О, кстати, я еще шляпку вижу. Маленькая. Оставлять не будем. Такие молодые, они самые лучшие. И чистые. Класс. Вот тут, кстати, еще один. Вот такие я не оставляю. Я их сразу беру, чтобы червивыми не стали. Ну а так в основном польские грибы сейчас чистые. Подрезаю их, и они чистенькие. Вот только два экземпляра попались червивые. Один вообще полностью. А вот такие молоденькие, чистые. Класс. А вот и еще один попался. Польский гриб. Прям под сосной. Любят они под соснами расти. Не зря я
пришел сюда за ними. Только вот этот какой-то тонконогий. Ну смотрите, он все равно хороший. Еще достаточно молодой, крепкий. Будет чистый, заберем. Вот такой грибочек. Осматриваю я тут все тщательно. Вот еще один попался боровичок. Тоже красавчик. Шляпка бархатная. Какие же они классные. Даже в этом месте сейчас попадаются польские грибы. Это, конечно, тоже в парке. О, смотрите. Молоденький красавец. Ха-ха-ха. Ветер поднялся. Солнце выглянуло. И вот такие красавцы попадаются. Классные. Какие красавцы возле березки пристроились. Молоденькие лезут. Такие вот боровички. О, вот еще один. Красавчик. Это кайф, просто кайф собирать такие. А это что, может сфоткать его? Давайте сфоткаем. Срываем. О. Красавцы. Это с другого места. Загляденье просто. И еще один красавчик. Каждый год они тут растут. В прошлом году я тут массово собирал в октябре. Класс. Сменил я уже локацию, зашел я уже в лес осиновый, глянусь под осиновики и польские грибы. И вот, смотрите, подосиновик есть, грибы есть тут. Ух ты, смотрите какой, красавец, мощный. Рядом здесь, смотрите, вот такой малышок. А он длинный на самом деле. О, какой. Так. А вот там еще один стоит, смотрите. Давайте обойдем. Так. Вот он. Красавец. Осенний такой, красный подосиновик. О, и не вытаскивается. Ух ты какой. О, бомба, бомбический гриб. Еще молодой. Вот этот красавца здесь. Вот так начало в этом лесу. Класс. Смотрите, осиновый лес заработал. Вот он, смотрите, на солнышке. На этой полянке. Один подосиновик. А вот рядом второй.
братец его. О, какой же красавец он. Какие же они красавцы. Вот эта парочка суперских подосиновиков. А вот еще парочка подосиновиков попалась. О, какой мощный. Красавец. И еще один. Вообще супер. Ну вот это картина маслом. Посмотрите, 3 красных шляпки стоят. Обалдеть просто. Вот это место в этом году еще ни разу не выдавало грибы. И вот, смотрите. О, красавец какой мощный. Второй. Примерно такого же формата. О, смотрите какой. А вот самый большой. И самый мощный. О, красавец. Смотрите какой размерчик. И подосиновика классных, отборных, супер. А вот и новая семейка попалась подосиновиков. Вот еще один. Темный такой. И еще один. Вот он. Такие тут темненькие подосиновики. Но они тут всегда такие. Друзья, вы сейчас будете в шоке от того, что я тут нашел. Вы сейчас увидите такую бомбу, такой подосиновик, который вы ни разу в жизни не видели, не находили. Вы готовы это увидеть? Советую выбить валидол. Держитесь. Обалдеть, какой он громадный. Вот, посмотрите, он какой он. Я сам таких еще никогда в жизни не находил. Он даже круче, чем белый. Белые вообще даже не всегда такие бывают, как вот этот подосиновик. Вы можете себе такой представить? Какой он толстый, какой он мощный. Боровик настоящий. Только не белый гриб, а подосиновик. Охренеть. Это лес чудес просто. Давайте его сорвем. Обалдеть. Это вот самый крутой подосиновик в моей жизни. Самый крутой, самый мощный, самый толстый. Обалдеть. С этой стороны он даже красивее. Охренеть. Просто. Что это вообще такое? Я в шоке. У меня нет слов больше. У меня нету слов. Вот это монстр. 2 года назад
Мы тут находили подобный подосиновик, но все равно он не такой был толстый, как вот этот. Он не настолько был мощный, как этот. Этот еще круче. Офигеть. Как он такой грибочек. И он тут не один. Тут неподалеку, смотрите, еще три стоят. Это уже такой обычный по сравнению с этим. Ну, красавец все равно. Вот еще один. Этого покусали. И вот еще один. С капельками. О. Офигеть, просто я уже не знаю, что сказать. У меня нету слов. Это что-то с мира фантастики. Офигеть. Это самый лучший подосиновик в моей жизни. Вот этот вот. Самый крутой. Обалдеть. Этот лес оживает. Вот. Попался еще один подосиновик. Здесь же, на этой же поляне, я еще одного увидел. Солдатик. Посмотрим, сможет ли этот лес меня чем-нибудь еще сегодня удивить. Давайте искать тут грибы. А вот еще подосиновики. И их еще не так просто разглядеть. Сливаются с листвой. Красавец. Вот это вообще идеальный. О-о-о. Какой. Дальше я тут еще видел. Вот он. Еще один стоит. Бочонок. О, красавец. Так. Вроде больше нету здесь. Вот. Три красавца. Заработал мой любимый осиновый лес. Заработал. Хорошо, здесь наконец-то попадаются подосиновики. О, красавец какой. Идеальный. А рядом еще один с покусанной шляпкой. О, вообще его съели. Ладно, оставим. А вот еще один такой же стоит. Ну и ладно, пускай стоит. Или нет. Не, его сильно съели. Сильно его поели. Вот тут-то есть. Просто мега красавец. Просто идеал. О, какой же он красавец. Вот. Еще два красавца. Наконец-то пошли грибы в этом лесу. Как я их долго ждал.
Красавчик, а не гриб. Вот это бочонок. Какой он. Этот лес просто радует меня. А рядом еще один. Малыш. Красота. У меня уже нет слов. Одни эмоции. Вот последний. Красота. Нашел один гриб и смотришь рядом еще. И находишь второй гриб. Повнимательнее смотришь. И находишь еще один гриб. Ух ты какой. Бочонок. Такой белоснежный. О, это просто сегодня фантастическая грибалка. Я еще хотел польские грибы посмотреть. Я, кстати, посмотрел там. Было одно место, где растут польские грибы. Но там... ничего не было, вообще ни одного гриба. Но в этом лесу есть зато подосиновики. Не зря я сюда шел. Вообще не зря. Они тут хорошо пошли. Вот еще три красавца молоденьких. Иду я уже из леса домой. Вот уже городская зона. Там я отсюда издалека я увидел гриб. Давайте же посмотрим скорее. Вот он, подосиновик. Даже тут, в городской зоне, вот подосиновик. Такой маленький осинник здесь. А вот еще шлепуны стоят. Офигеть. Я так и знал, что здесь бывают подосиновики. Так, это плохой. Вот, а это хороший. Это красавец. Этого можно забрать. Достаточно далеко от машин. Нормально тут уже. Офигеть. Как он такой?